Здрасте. Еще раз. Раз. Микрофоны работают? Да, работают. Немного времени прошло. Елочку я срубил. Вот так вот произошло. А пивасик вот этот я решил выпить еще. Это у нас жигулибарное, но вот в такой новогодней упаковочке попалось мне. Во вкусвилле. И, конечно же, я не мог ее пропустить. Это нереально. Что она какая-то маленькая? 0,33 что ли? А сейчас почитаем, сейчас откроем, нальем. Тут также получается бонус видео. Как с пражечкой, как с жигулевским. Потому что это пиво я пробовал. Они просто сделали новогоднюю этикеточку. По идее, ничего нового я там найти не должен. Хотя надо было сравнить с бутылочкой, с обычной. По алкоголю 5,5, точно ли там столько, я не помню, чтобы Жигули были 5,5 градусов. Может, ну, я как бы не фанат Жигулей. Тут так прикольно, на домах 20-22 нарисовано. Блин, классно, что мне попалась эта бутылка. Я думал, до Перми такая штука не дойдет. Вообще, ее анонсировали еще в начале года на одном как-то интернет-канале, ну, для коллекционеров. Ну вот. Я такой, блин, прикольно. А у нас где-нибудь будут продавать, не будут? В итоге, что получается? У нас обычно кто... Фикс прайс работает с Жигулями, с МПК. Вот. И там нахрен ее нету. А я нашел совсем в другом магазине. Зашел случайно и такой, опа, бля. А, даже скрывать не буду, вкусвилл. Я зашел в вкусвилл и такой, опа, Жигули с Новым годом. Ну, я не мог ее не взять. Это, блин, это классно. Как обычно, тут у нас русская пинта, 0,45 литров. Пиво светлое, не пастеризованное, фильтрованное, Жигули барное. Так, состав: вода питьевая, соль пивоварная, ячменный, хмель, продукт, алкоголь 5,5, начальное сусло 13,2. Ох, господи. Ну, как-то так. Мы предлагаем всегда свежее пиво без пастеризации. Живое, да? Пиво разливается малыми партиями. Какими малыми партиями? Вы уж столько захватили, что... О чем вы говорите? О, хмельком как пахнет. Класс. Слушайте, оно, походу, это отличается от Жигулей. Оно хмеленое. Вот почему-то не солдом, а хмелем пахнет. Вот это я люблю. Я как хопхед, я это обожаю. Когда пахнет пиво не солодом, а хмелем. Класс. Ну и как бы и цвет тут нет, обычный показалось, но более темный, чем вот Хеникен, который я сейчас пил. Че нам, давайте сравним. О, нет, это вообще это... Ну это пипец. Это медный цвет, а это моча носорога. Я не знаю, кого там. Не,
это хороший цвет, насыщенный цвет. Отдает хмелем. Все, теперь уже с солодом. Ну-ка, хмель, вернись. Да, вернулся хмель. Блин, это классно. Что-то я не помню, что в Жигулях... я же их тестировал в прошлом году, вот как раз год назад где-то. Где-то в феврале, может, там, не знаю, когда. Что-то я не помню, чтобы там был такой аромат хмеля. Пейте охлажденно. Спасибо. Бумажная упаковка защищает от света и сохраняет свежий вкус. За МПК. Серьезно? Да не, не может быть. Блин, это классно. Они, знаете, что они сделали? Они охмелили классической Жигули. Вначале кислинка такая сильная прямо. Потом хмель, он прямо... хмелю. Я думал, это будет бонус видео, типа, ну, я же пил уже это, ну, дегустировал Жигули барная. Ни хрена, это разное пиво. Они его еще хмелили так неплохо. Ну, как неплохо, это, конечно, не ипашка, но, блять, это и не простое светлое пиво, скажем так. Ну и хмель, кстати, быстро очень выдыхается, что очень жаль. Блин, все, выдохся, хмель улетел. Ну, было приятно с ним пообщаться, но Карлсон улетел. Ой, не, классно, классно, классно. Блин, если вы видите вот эту вот бумажную хрень, берите, там будет не простое барное, та будет она чуть-чуть с охмелёночкой. Это, блин, мне нравится. Мне понравилось. Оно и вообще вот даже... Всё. Это уже всё. Хмель улетел. Может, мне показалось. Да ничего. Вот. Да и в принципе, когда остается вот эта солодосоставляющая, это ровное питкое пиво, хорошее, без косяков. В любом случае не проиграете. А вот эта хмелевая горчинка, это было офигенно. Все, на этом заканчиваем. Пошел я следующее пробовать. Запишу следующее, запишу. А, новинку? Нет, не новинку. Да, сейчас будет, блядь. Жигули, я не знаю, когда они успели. Сейчас будет новинка из КБ. Жигули. Потом будет еще одна новинка. Жигули. Где я ее взял? Да хрен знает, в каком-то магазине. Я даже уже все. Я уже столько магазинов перебрал, что я запутался. Увидимся.